Друзья, в 2019 году эксперты Роскачества проехали более 7000 километров по винным дорогам и провели предварительную дегустацию более тысячи образцов. И вот, что важно, закупили 601 образец вина. В дегустации участвовало аж 34 российских и международных эксперта, которых собирал в том числе руководитель экспертной комиссии, которую я называл чуть ранее. Ну и были изучены все типы вин, конечно, это белое, это игристое, это белое, красное, розовое, ну и куда же без ликерного в нашей стране. Ну и вот результат: 350 лучших вин страны в категории до 1000 рублей. Эти вина были отмечены оценкой «хорошо» и «отлично». Пора начинать официальную часть. Для приветственной речи я хочу пригласить на эту сцену Протасова Максима Александровича, руководителя автономной коммерческой организации «Российская система качества». Давайте поприветствуем. Здравствуйте, дорогие друзья. Винный бизнес – это не просто бизнес, как я уже понял с тех пор, как мы по поручению правительства занимаемся этим проектом. Это состояние души, поэтому душа у вас светлая. Очень здорово, что вы это доказываете своей работой и своей продукцией. Национальные винные гиды, как сказал Евгений, существуют в разных странах мира достаточно долго. У нас этот проект молодой. И очень здорово, что последние пару лет особенно, да, правительство действительно большое внимание уделяет развитию данной индустрии. Мы сегодня с утра на пресс-конференции, которую мы проводили в России сегодня, в РИА Новости, вместе с коллегами из Минпромторга и Минсельхоза говорили о том, что эта отрасль, на наш взгляд, находится в таком начале волны, начале цикла повышательного. И с точки зрения инвестиций, которые в нее идут, и с точки зрения желания государства оказывать поддержку, и с точки зрения потребительского патриотизма, и с точки зрения переключения потребителей на хорошее вино. На мой взгляд, это очень важный цикл. Я уверен, что этот тренд точно будет продолжаться. Почему этот национальный винный гид именно сейчас и именно в это время за федеральный счет, за счет средств наших с вами, нас с вами, налогоплательщиков, правительство решило создавать. И почему это поручено Роскачеству, наверное, тоже вам понятно. Роскачество 4 года назад было создано по распоряжению правительства как раз для того, чтобы развивать институт качества в стране. То есть как главный национальный институт качества. Создавать опережающие стандарты. Внедрять наилучшие системы управления производством на российских предприятиях и систему менеджмента качества на российских предприятиях. Популяризировать отличную российскую продукцию, проводить мониторинги продукции в различных категориях, при этом не только в продуктах питания, и делать так, чтобы рейтингам Роскачества потребители доверяли. Делать так, чтобы российский государственный знак качества, который был возрожден 4 года назад, и оператором, который является Роскачество, стал таким маркером, делающим возможность и создающим мотив для российских граждан покупать этот товар. Мы делаем все, чтобы качество стало частью жизни, а жизнь наша стала качественнее. Вот в этом смысле неудивительно, что этот проект создания национального винного гида был поручен именно нам. Что мы делали? Мы посмотрели на опыт аналогичных организаций в других странах мира, таких Роскачеств, тоже созданных правительством других стран, существует более чем 50. Посмотрели, что они делают, что делает испанское Роскачество, что делает французское Роскачество, аргентинское Роскачество. Увидели национальные винные гиды, также независимо создающиеся не за чей-то счет, да, за счет налогоплательщиков, создающиеся в этих странах, которые действительно стали потребительским навигатором, то есть народным навигатором. Это чаще всего гиды не по премиальному сегменту, а это гиды по тому виду вина, который доступен любому гражданину. И вот в этом смысле такой инструмент мы и хотели создать. Создавали мы его на основании четких принципов и стандартов, собственно, как все то, что делает Роскачество. Во-первых, мы установили регламент. Регламент заключался в том, что только российские вина могут попасть в этот гид, вина ЗГУ, и не просто ЗГУ, а подтвердившие тот факт, что действительно это честное ЗГУ, да, потому что мы хотим, чтобы эти вина были винами из российского винограда. Второе. Тот этап аудита, который мы ввели для того, чтобы наши эксперты, уважаемые, проехали по хозяйствам,
смотря на виноградники, проверяя качество технологий, давая какие-то свои рекомендации, действительно убеждаясь в том, что это продукт российский, из российского винограда, не из балка, вот весь этот предварительный этап мы должны были ввести, мы обсуждали с коллегами из правительства, что он обязательный, и мы его ввели. На этом этапе отбирался и создавался лист тех вин, которые должны были попасть в винное исследование винного гида России. Вот изначально этот винный лист составлял более чем из 1000 наименований. Это очень здорово. Но дальше мы, как обычные покупатели, вышли на полки наших магазинов. Наши эксперты в большом количестве регионов страны, в более чем 30 торговых сетях и более чем 10 бутиках винных, закупали это вино. По цифрам и фактам действительно есть чем гордиться в этом году. В прошлом году мы тренировались, хотя тренировка, блин, этот вышел точно не комом. Мы сделали достаточно качественный с вами винный гид. Более того, на основании этого винного гида сформировался лист вин для продвижения в рамках Дней российских вин. А вы знаете, что в прошлом году мы также запустили с Минпромторгом и сельхозом эту активность. Как в торговых сетях, так и в общепите, в ресторанах мы проводили Дни российских вин и будем проводить их постоянно. Те вины, которые получают высокий рейтинг в винном гиде России, будут получать нашу промо-поддержку вот, и получать постоянно. Так вот, в прошлом году эта тренировка прошла достаточно неплохо. В винный гид попало порядка 300 наименований, но я не буду говорить про прошлое, буду говорить уже про этот год, потому что я думаю, что про прошлое вы знаете и так. В этом году из цифр, которые в том числе назвал Евгений, 54 хозяйства прошли аудит, 7000 километров по некому и по дорогам, и не очень наши эксперты великолепные проехали. 31 российский органолепт, дегустатор был в дегустационной комиссии, 3 международных сертифицированных специалиста там тоже были. Около 600 вин у нас попало, было бы с нами продегустировано, было протестировано. Минимальный балл для попадания в винный гид России был установлен в 78 баллов. Это сухие цифры, но за цифрами стояла реальная работа. И мы сегодня тоже подводили итоги, что, по сути, те вина, которые попали в наше исследование, в совокупности составили... Они выращивались на более чем 40 тысяч гектаров обследованных виноградников. Это действительно очень-очень приличные цифры. А что еще у нас есть на следующих слайдах, коллеги? Да, это вот красота, как люди наши проезжали. Аккредитованная лаборатория, да. И мы хотели бы сказать еще раз спасибо, да, коллегам, во-первых, из Росаккредитации, которые нам помогали составлять программу. Мы хотели бы сказать коллегам из лаборатории КИН, которые предоставили возможность нашим экспертам провести эту действительно серьезную работу по дегустации. Мы обязательно будем дополнять методики, мы обязательно будем устанавливать, уже сейчас мы говорим об этом и с коллегами из Росалкогольрегулирования, и с коллегами из Минсельхоза, дополнительные принципы по изотопному анализу вина, для того, чтобы так же, как в других странах, формировать изотопную библиотеку и точно понимать, из какого региона это ЗГУ, и точно знать характеристики почвы наших терруаров. Дегустационная комиссия, вот это то, как это было, это было здорово и красиво. И теперь, когда винный гид запущен, а сегодня мы открыли, свели протоколы и открыли для наших потребителей информацию о первых двух товарных категориях, это красное и белое вино. С сегодняшнего дня они доступны и на портале Роскачества, и на мобильном приложении Роскачества. На основании этих позиций будет формироваться лист для продвижения в рамках Дней российских вин в торговых сетях и в ресторанных сетях. Именно эти позиции мы будем двигать и продвигать в рамках нашей работы, популяризируя лучшее качественное российское вино. Спасибо вам. Потому что исследование «Винный гид России» был бы невозможен, если бы не сенсорная лаборатория КИН, в которой работали наши эксперты. Давайте посмотрим, как это было. Мы находимся
находимся в аккредитованной органолептической лаборатории, которая находится на заводе КИН в городе Москве. В этой комнате происходит органолептическое исследование для винного гида России, который делает Роскачество совместно с Минпромторгом России и с Минсельхозом России. И задача этого исследования, тоже как и во всех остальных исследованиях Роскачества, проинформировать граждан о возможностях выбора, о том, какие товары, в данном случае вина, качественные и безопасные, которые можно пить и получать от этого удовольствие. В прошлом году мы исследовали 320 образцов, 320 вин. В этом году будет порядка 600 образцов, то есть практически вдвое мы увеличили количество вин. Надеемся на хотя бы 70% гида. Этот гид будет полностью онлайн. Его можно увидеть на сайте rskrf.ru, на сайте Роскачества. Одним из этапов составления винного гида России был так называемый аудит винодельческих хозяйств. Мы посетили порядка 56 хозяйств. В этом году мы проехали 6700 километров. Крым, Севастополь, Кубань, Долина Дона и Дагестан. Мы попробовали, точно не скажу, но точно больше 2000 образцов, потому что это только то, что мы пробовали в бутылках, а были еще вины из емкостей, из бочек, там, на разных стадиях. Далее под руководством Артура Саркисяна и куратора комиссии дегустационной Елены Григорьевой, директор Союза Сомелье экспертов России, была сформирована экспертная группа, в которую ходит 30 человек, из которых 3 зарубежных судей международного класса. Союз Сомелье экспертов России курировал закупки. Образцы шифровались для исследования без нашего участия. Бутылки все обезличены, на них есть только шифр. Я уже второй год участвую, мне очень нравится, как все организовано. Индивидуальный бокал под каждый образец, бокалы профессиональные, очень легкая система оценивания вин и кабинки, где нет посторонних всяких отвлекающих факторов, и образцы правильной температуры, правильно поданные, и, в общем-то, все это вызывает очень хорошие ассоциации и ощущение профессиональной работы. Конечно, сейчас интерес общественности и винолюбов прикован, и я считаю, что это прекрасная работа, очень правильно настроена для потребителя. The level of organization was a fantastic tasting sample, and the pouring system was very good and fast and efficient. Перед тем, как запускать основное исследование, мы обязательно делаем тарирование, так называемое. То есть контроль и мониторинг деятельности дегустатора, который будет участвовать далее в основной дегустации. Каждое вино имеет порядка 10 параметров. Естественно, каждый параметр необходимо оценить в отдельности. А далее программа суммирует эту оценку и далее суммирует оценки каждого дегустатора. У нас закончилось ознакомление журналистов, прессы с тем, как мы проводим дегустации, как мы оцениваем. Никогда ни в одной дегустационной части не было такого количества профессиональных людей, которые принимают участие в гиде Роскачества. И это очень круто, потому что отношение со стороны правительства, отношение к профессиональной части, профессиональным людям в винном мире на сегодняшний день оно интегрировано, и мы видим совместную, правильную, профессиональную работу, где, я думаю, что меньше всего у потребителя будет возникать вопросов по отношению к тем или иным винам, которые попали в винный гид. А сейчас, Максим Александрович, мы с вами будем награждать генерального директора Московского винно-коньячного завода КИН Гончарова Василия Валерьевича за то, что именно КИН помог провести эту все оценку. Добрый вечер. Во-первых, хотелось бы, конечно, сказать большое спасибо всему коллективу Роскачества и руководителю в лице Максима Александровича Протасова за столь масштабный, нужный, своевременный и профессиональный проект, как «Винный гид». Также мне хотелось бы поблагодарить, безусловно, рабочую экспертную группу во главе Артура Георгиевича Саркисяна, Ставцева Александра Владимировича. Не могу не отметить Лаевского Илью Ефимовича, с которым мы прям бок о бок прошли весь проект, все исследование, действительно профессионально. И в свое время они приняли, на мой взгляд, единственное правильное решение, выбрав в качестве экспертной площадки сенсорно-исследовательский центр Московский винконечный завод «КИН».
Также я хочу отметить, безусловно, своих девушек, коллектив нашего сенсорно-исследовательского центра. Смирнова Светлана, Антонова Наталья, Тупкова Юлия, Ивеля Евгения. Девочки, вы у нас молодцы. Я вами очень горжусь. Спасибо за работу. Всем спасибо. Процветание винному гиду, процветание виноделию российскому. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, пора приступить к награждению наших экспертов и к награждению благодарностью прежде всего. И сейчас я сразу хочу просто посмотреть, кого потом вы вызовем. Да-да-да, вы подумайте. Ну что ж, ну и прежде всего, конечно, руководителя экспертной группы Роскачества Артура Георгиевича Саркисяна. Ура, ура, Артуру. Я пока сейчас выручать ему не буду, я пока пару слов скажу. Коллеги, вы знаете, что мы исследуем 52 категории в год, то есть каждую неделю, да, 52 категории в год. Каждую неделю Роскачество исследует какую-то новую товарную категорию и рассказывает нашим гражданам правду об этих товарах, активно влияя на спрос, как говорят уже ритейлеры, активно влияя на потребительский спрос в данной категории, положительно влияя. То есть люди покупают товары с высоким рейтингом качества. Вот, но ни в одной, наверное, товарной категории, ни в одном проекте, который мы делали до этого, мы не породнялись так с экспертами в этой категории, с людьми, которые действительно глубоко, давно женаты на своей категории. Вот в этом смысле, да, значит, я очень рад часто видеть на совещаниях у нас в Роскачестве и Артура, и Александра. Действительно вижу, насколько детально они знают свою категорию, насколько здорово и насколько высокий у них авторитет. Нам было приятно согласовывать назначение Артура руководителем экспертной группы Роскачества, хотя он не является госслужащим, он не является работником Роскачества, но он гораздо круче. Вот, в этом смысле действительно та команда, которую сумел собрать он, и та экспертиза, которую он сумел передать в проект «Винный гид России», дорогого стоит. Артур, спасибо вам. Спасибо. Артур Георгиевич, ну, раз уж на сцене, может, все-таки пару слов? Ну, во-первых, конечно же, очень радует то, что все-таки в России появился винный гид именно при поддержке государства, при поддержке Минсельхоза, Минпромторга. И, конечно же, благодаря Роскачеству, инициатору этого всего и организатору. Очень приятно работать, сложно, но приятно. Ну, конечно же, хочу поблагодарить всех со стороны Роскачества за поддержку, особенно Илья Ефимович Лаевский и Олеся Буняева, без которых очень сложно было бы вообще делать этот винный гид, потому что очень много и бюрократических моментов есть, мы все это прекрасно понимаем. Я хочу отметить, конечно же, нашего друга, партнера, помимо того, что человек, который занимался, ну, объездил со мной вместе все эти винные хозяйства и пробовал, и получал не очень интересные эмоции с точки зрения того, какие вины мы пробовали, это Александр Ставцев. И конечно же, члены нашей команды, который организовывал именно дегустационную часть и находился постоянно рядом со всеми экспертами, это Юлиана Григорьева. Это наш близкий человек, подруга. Мы уже достаточно давно все вместе. Конечно же, хочу поблагодарить. Мы сейчас всех пригласим на сцену. Да, я просто, чтобы не упустить ничего. Вот, но вы сейчас упустите кого-то, а потом Максим Александрович скажет вам. Хорошо. Как так? Да, скажете. Ну, я по-быстрому. Конечно же, это лабораторию завода «Кин», всех девчонок. Вы просто потрясающе работали. 18 дней мы посчитали, наша экспертная группа работала на этой дегустации. И это, конечно же, было очень сложно для вас с точки зрения того, что это нужно постоянно напряжение контролировать, чтобы ничего не перепутать. Огромнейшее вам спасибо и низкий поклон. Вот. Ну и, конечно же, всем членам экспертной группы. Ну, это уже отдельно. Которых да. Я сейчас назову, поэтому, Артур, пожалуйста. А мы оставим Артура Дана на сцене и
вместе вручим экспертам награды, да? Конечно. Спасибо. Ну что ж, приглашаю на эту сцену Годунову Ирину Вячеславовну, кандидата биологических наук, почетного члена Союза сомелье эксперта России, преподавателя школы сомелье Wine People. Ирина, не уходите, потому что к вам сейчас подойдут на сцену еще ваши коллеги и друзья. И хочу пригласить на сцену Аксиновского Сергея Алексеевича, шеф-сомелье ресторана холдинга «Maison Delos», который также все эти дни участвовал в организации, где он же был. Вот как бывает, как пели в песне. Ну тогда я хочу пригласить на сцену Григорьеву Елену Вячеславовну, независимого эксперта, генерального директора Союза сомелье экспертов России, соучредителя винного центра Wine People, победитель российского конкурса сомелье 2001 года, победитель национального отборочного тура «Трофей Рювинар». Давайте поприветствуем еще одного члена экспертной комиссии. Это Ковчина Ксения Владимировна, руководитель отдела розничных продаж вина федеральной торговой сети «Карусель». Также среди членов экспертной комиссии был, я вот его, правда, сегодня не видел, но он точно там должен был быть. Это Кравченко Павел, это шеф-сомелье ресторана, победитель российского конкурса 2004 года, победитель трофея Рюнара 2006 года. Павла нет сегодня здесь с нами. С особой такой вот какой-то гордостью мне хочется пригласить на эту сцену моего первого, значит, учителя в винной отрасли. Это в 2004 году у меня преподавал Александр Васильевич Купцов. И сегодня он здесь, и мне прям это очень приятно. 15 лет прошло, и я вот до сих пор не ушел никуда, Александр Васильевич. Занимаюсь вином и надеюсь, что надежды, скажем так, оправдал. Мережко Дмитрий Юрьевич здесь у нас? Не доехал сегодня Дмитрий. Обрезчиков Антон Владимирович, обозреватель журнала «Афиша», винный эксперт. Нет его сегодня здесь. Елена Порман, руководитель центра «Новое русское вино». Елена здесь у нас, прекрасно. В общем-то, неплохо, что некоторых экспертов сейчас нету, потому что мы на сцену бы все не поместились. Наверное, они как-то договорились между собой. Сидоров Александр Иванович, заместитель главного редактора «Известия.ру», доктор исторических наук, винный эксперт, член Попечительского совета Союза винограда и виноделов России, член Союза сомелье экспертов России. Александр. А, нет Александра уже, хотя он был. Ну, а тогда хочу пригласить Сагаян Карину Рудольфовну, кандидат технических наук, член Союза сомелье экспертов России, независимый винный эксперт, соавтор книги «Вина Крыма». Александр Владимирович Ставцев, вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, руководитель исследовательского центра «Wine Retail», главный редактор «Гида российские вина», член Союза сомелье экспертов России. Филиппов Олег Павлович, главный редактор российского альманаха «Вин», винный эксперт. Олег, просим. Фомичев Александр Валерьевич, независимый эксперт, победитель первого московского конкурса сомелье еще в 1999 году.
Ну, этого человека знают многие в российском виноделии, конечно. Юдич Юрий Михайлович, генеральный директор коммуникационной группы Kit Media, исполнительный директор аналитической группы Alka Expert. Ну и помогал всем этим прекрасным, уважаемым людям Сидоров Алексей Александрович, президент Российской ассоциации сомелье. Ну, как вы уже поняли, что не все эксперты здесь представлены, а только те, кто смог приехать. И давайте еще раз поаплодируем всем, поблагодарим вас за работу. Я думаю, что в следующем году мы еще раз в такой компании соберемся. Да, конечно. Я хочу сказать, вы так вот как-то вяло аплодируете. Я просто хочу признаться в любви этой команде. Она сейчас не в полном составе по разным причинам, но мы сроднились на 3 недели работы. Мы стали одной большой семьей с раннего утра до обеда. И вы знаете, та атмосфера, которая царила, вот совершенно не стыдно. Знаете, бывает иногда какой-то результат, и ты там не уверен. Не стыдно за этих людей, за то, что ты был с ними, за то, что мы работали самоотверженно, уверенно. Где-то были спорные вопросы, бились до конца, да, проверяя друг друга. Очень жаль, что нет наших иностранных ребят. Они влились в наш коллектив сразу, да, влюбились в нас и сказали, что у нас прекрасная команда. Поэтому я считаю, что такой титанический труд лег на плечи этих людей. Давайте похлопаем нам много и громко. Я, кстати, хотел бы еще громче, ребята. Я бы два слова еще сказал. Первое, мы вот обсуждали, Илья Ефимович ходит, вот Лаевский ходит волком вокруг, да, значит, отдельные аплодисменты ему, как заместитель руководителя Роскачества, курирующему проект. Действительно, ну, по сути, создается та сущность, да, создана та сущность и запущена та сущность, которой не было в стране никогда, да, не было национального винного гида, государственного винного гида. Теперь есть, благодаря вот этим людям, благодаря вам. Это очень здорово, и Илья часто говорит, что об этих вещах точно, о таких проектах точно можно будет писать в мемуарах. Когда вы решите их написать, пишите их совместно, ребят. Вот, спасибо вам огромное, это действительно прекрасная работа, и хочу сказать, то ли еще будет. Можно я еще тоже одно слово буквально скажу от экспертной группы, потому что... Вот результаты всех этих людей очень разные, и у каждого свое восприятие вина, свой дегустационный опыт огромный у каждого. Это все нужно было перевести в цифры. И, конечно, лаборатория сыграла в этом огромную роль, еще раз просто хочу сказать. И хочу еще раз поблагодарить и Гончарова, Василия Валерьевича, Светлану Смирнову, руководителя лаборатории, которая, ее команду, которые всех нас привели к этому общему знаменателю в рамках ГОСТа. Это было непросто. Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемые эксперты Роскачества. Ну что ж, я приглашаю вас пройти в зал. В зал. Ну, а теперь та часть мероприятия, которую все любят не меньше, чем сама премия, это, конечно, дегустация. Во второй части нашего мероприятия можно будет попробовать очень многие вина из тех, которые были продегустированы и оценены экспертной группы Роскачества вот во второй части зала. Ну и, конечно, помимо того, что можно прекрасно провести время, общаясь с экспертами и представителями виноделен, есть еще замечательная фотобудка, которая находится в правой части этого зала.